Всем привет, с вами канал Артмания. У нас сегодня идет снег, всю ночь у нас шел снег. Вот с утра в обед вот немножечко. И сейчас мы с вами пойдем гулять. Там тоже уже много довольно... Ну, не вот прям, но много, короче, снега. Ой, что-то у меня тут так аппетитно пахнет. На подоконнике мне что-то прям пахнет каким-то мясным рагу. На соседи, наверное, готовят или на кухне пахнет. Соседи, наверное, готовят, а у меня аромат. Обычно в подъезде пахнет. Кто там борщ варит, кто там суп делает, кто что там, пирожки. Через камеру плохо, по-моему, видно. Но много снега. Я уже, если честно, думала то, что все, снега больше не будет. Он весь растает там в ближайшие неделю. И будет там, как в Москве. Пусто, снега нет, хорошо. Такая зима, летняя зима. Но снег пошел все-таки. Может быть, все-таки Дима успеет покататься на санках в этом году. Ничего себе. Это такая маленькая елочка, такая игрушка. В два раза больше ее. Елочка, а забор. Это уши. Нос. Ротик. А это глазки. Как у китайца. А тут волосы нарисованы. Кудрявые. А дальше уже шея пошла. А тут затоптали мы с тобой. Тут вот руки. А тут вот руки. Кто это? Дима. 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 Кудрявый головой. Вот у тебя твой нос, глаза, вот, а тут уши. Вороны же вроде это. Пришли мы с Димой с прогулки, я уже немножко отдохнула, у нас уже повечерело. И наши покупки была акция на грейпфрукты, поскольку я сижу на диете, я каждый день съедаю грейпфрукт. Он мне помогает похудеть и улучшает мой обмен веществ. То есть после диеты я могу смело начинать есть, допустим, целую коробку конфет съесть, мне ничего не будет, я не прибавлю веса. То есть все будет супер. Вот он именно помогает. И они стоили у нас по 60 рублей. Я взяла 5 штук. А, и вот. И вот эти вот у меня 2. Ну, до этого покупала. Вот мандаринчики, киви Диме. Бананчики мама принесла, бабушка. Вот. И купила я... Купила я еще халву. Короче, долго думала, что же я хочу. Хочу халву. Вот, ну, не знаю, попозже, наверное. Скорее всего, на нее будет отдельный обзор. Вот, потому что, ну, красная цена, довольно ее, мне кажется, много берут. И людям, наверное, интересно, что же там внутри. И также взяла я еще такую маленькую коробочку. Я сейчас не буду ее доставать, она находится у меня в морозилке. На нее тоже будет отдельный обзор. Там маленькая коробочка. Я думала, то, что там как бы это все варится, добавляется вода и варится. А это как бы на один день, на один раз. Короче, там солянка. Типа вот суп, его разогреваешь и ешь. Вот, и потом увидите ее в обзоре. Запомните, что солянка. Вот, ну какая-то маленькая новинка, что-то новое. И акция была, я купила. Дядька. Ой-ой-ой-ой-ой.
Что такое у тебя тут? Ой, мокрое. Как мокрое? А что у тебя там мокрое-то? Я не поняла. Ну... Почему у тебя там мокро-то? Я что-то не поняла. Ты у меня спал в памперсах. Спал папой. Вообще. И в итоге у тебя там все мокрое? Все мокрое. А почему у тебя тут мокрое, Дим? Ну... Все. Вот сейчас пойдешь стирать. Тоже. Ты мне объясни, Дима. Ты как пописал сквозь памперс, а? Как так можно было умудриться сквозь памперс пописать? Сегодня. Ну, стирать пойдешь, значит, сейчас. Залезешь в ванну и будешь там стирать. Ты как умудрился сквозь памперс посикать? Ты мне объясни. М? Проснулся, если взъерошенный. У тебя прям причесон тут, ба, кудряшки. Да, Дима у нас начал знакомиться с одеялом. Я надеюсь, одеяло-то не мокрое. На днях, когда ему... вчера постелила ему одеяло. Он у меня всегда спал без одеяла. Да, теперь он спит с одеялкой. Пока еще не понимает до конца, что это такое и как это делается. А, получается, что одеяло спит у нас с одной стороны, а Дима в уголочке. Че? Мокрая подушка. Подушка тоже, что ли, мокрая? Ты на подушку уже насикать успел, Дима? Одушка. Одушка. Дима. Занят. Я, наверное, не вовремя зашла, да? Я пойду тогда. Ты тут разбирайся, что у тебя где мокро. Вот оно прям такой холофайбер внутри, наверное. Ну да, наверное. Такое прям мягкое, оно такое толстое, пушистое. Тики. Да, это одеялка. Одеялка. Одеялка, да. Да, Дима занят. Чем ты там занят еще? Пописал. А, ты все это. И тут. И тут пописал тоже, что ли? Что, прям туда залез туда? И пописал? Пописал. Прям туда? Прям туда. Ничего себе. Еще же. Ай-яй-яй. И туда, там тоже пописал? Там, тут у тебя вообще бумажки всякие. А, ты вот сюда пописал. Сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Занимайся. Пописал. Суши. А ты на нее подуй на нее. Она высохнет. Ну, дуй. Подуй на нее. И она высохнет быстрее. Давай, дуй. Да ты пониже опустись, что ты? Пониже опустись и подуй. Да что ты? Что у тебя на голове-то, не пойму, за чуб такой? А? Ты спал. Дима спал у нас... Часа 3-4 он точно спал. Долго. Я уже начала переживать. Я подошла, накрыла его одеялкой, уже стала переживать, думаю, вдруг задохнулся или чего. Думаю, с непривычки это одеяло. Он просто спал. Давай, дуй. Везде дуй, да? Везде будешь дуть, да? Дима, покажи свой причесон. Какой у него причесон?